По традиции, ребята, первые 100 комментариев с удовольствием отлайкаю. Ой, друзья, вы даже не представляете, какой уникальнейший контент сегодня вас ждет на моем YouTube-канале. С вами я, Пандосов Иксович, и сегодня будем развлекаться. Я думаю, что по фамилии этого голкипера все понятно, просто Холли, осталось добавить просто щит. Ну, просто на секундочку, это самый высокий голкипер FIFA 23. Ну, это просто вам для затравочки, это тот чел, который будет сегодня стоять у меня на воротах в моем составе. Томас Холли. Холли, блядь. А почему Холли? Потому что, блядь, рост 2 метра 6 сантиметров. Но давайте особого акцента не делать на нашем сегодняшнем голкипере, потому что речь пойдет не о нем, но тоже о голкипере. Есть такой чувачок, Хорхе Кампос. У меня ролик вроде в прошлом году выходил. Назывался как-то он вроде «Самая уникальная карточка FIFA». Возможно, этот ролик я также назову. В общем, прикол в чем? Этот чел, будучи вратарем, периодически выходил на страйкеры и херачил голы. Некоторые голы, возможно, вы где-то видите на экране. Ну так вот, яшники прописали ему статы внутриигровые, где у него там финишинг нормальный, там поясуха окей. Но при этом вы не могли в прошлой части FIFA полностью, так скажем, ощутить эту карточку, потому что, ну, вы не можете голкипера передвинуть на страйкера во время игры. То есть все статы внутриигровые, которые есть в этой карточке, они тупо пропадали. Для чего сделали это яшники, до сих пор загадка. И вот, казалось бы, выходит FIFA 23, где вы можете делать альтернативные позиции для игроков, блять. Ну, для кого, если не для Кампоса, делать эту фишку? Ну, доп-позиция, почему черточка? Также у него есть 6 талантов, у него есть отличный вкус в одежде. И почему, вы спросите, я решил именно сейчас его затестить? Да потому что в этой части FIFA сыгранность 0, не влияет ни на что. То есть у него статы в минус не идут, то есть он будет играть на те статки, которые просто идут без буста. Давайте по-быстренькому я познакомлю вас со своим составом. Томас Холли, вы уже с ним знакомы. На ПЗ Дест, два центральных защитника, Кимпемба и Дансу. На ЛЗ Госенс, которого я не знаю зачем выбил, может быть апнется. Интер, кстати, вчера играл. Ну, для вас уже вчера, а для меня сегодня. Но я пока еще не знаю, как сыграет. Ну, ставлю на то, что Интер выиграет Барсу, блядь. 3-1. Два опорника, друзья. Холлес. Вот так вот. Внезапный чел, который дает сыгранность Холли. У него есть таланты дальнего удара. И его товарищ по отсопничеству — это Бенасер. Так, на ПП Чунг Вузезе. На ЛП Саймон. Вот так вот, друзья. Внезапно два нигерийца врываются, передают привет моему серебряному составу. И форвард, собственно, Херард Морено, который упал мне в улучшении 83+, за какой-то там обоссанный пак. В общем-то, вот такой вот ебанутейший состав у меня получается. Не знаю, что из этого получится. Ну и, конечно же, друзья, хочется вам напомнить о моих спонсорах. Это мои легальные хорошие друзья из компании Пари, на сайте у которых вы можете сделать ставочку на абсолютно любой вид спорта, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. У них супер высокотехнологичный сайт и очень удобное мобильное приложение. А если вы еще верификацию до конца пройдете, друзья, получите фрибетик в размере 1000 рублей. Ссылочка в закрепленном комментарии. Всем удачи. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Вау, вот это говно, конечно, у тебя. Так, Холлес, нихуя ты жирный. Посмотрите, какая моделька у него огромная. Ну, типа он маленький, но при этом силы как будто у него дохуя. Так, Морено, так, где Кампос? 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 Кампос! Кампос, блядь, первым ударом сразу забивает. Добрый вечер. Вот вам и голкипер, друзья. Ну, я думаю, что брейк от этого пацана нужен. Бля, не дал досмотреть брейк, бля. Вратарь забивает, бля, первым ударом. Так, Херард Морено. Вот такой вот забросик на Чуквузезе. Бля, как правильно читать? Чуквузезе. Чуквузезе, короче. Нормально, вроде научился произносить. Так. Кампос, ты где? Вот так вот. Вот так. Пенальти Кампоса отпиздили. Нормально себя веди, Арауха. Я, конечно, понимаю, что ты чибист в этой FIFA. Кампос просто довел до слез. Вот так вот, друзья. Это, кстати, был 6-й дивизион. Скоро в 5-й выходим. Чекайте. Так, давайте чекнем состав нашего next соперника. Бля, ну и говно. Вот так. Кампос. Бля, ебать он ловкий. Вы чекайте его дриблинг. Ну это левая. Нахуй я с левой ударил, блядь. Так, Холлес, хорошо. Ну-ка. Хо-хо! Тихо. Да, блядь, еще так долго до мяча бежишь. Тормоз, ебаный. Блять, он меня крутит. Ёбана в рот. Все провалилось. На, Холли что-то меня не спас, пацаны. Ах ты, бля. Ты, блядь, нахуй мне вызов бросил. Таким вот гондонским образом праздновать будешь? Окей, я тебя понял. Сейчас тебя разъебет, бля, мой Кампос. Чекайте. 4-0, я в ахуе, блядь. Короче, ничем хорошим этот матч не закончился. Мне кажется, мне надо убрать прессинг при потере мяча. Так, какое-то время ветер тут будет шуметь. Сори, пацаны, бля, я реально сейчас сдохну от жары. Так, что это за говносклад, блядь, нихуя себе.
Блядь! Не, ну вы видели? Вы видели, блядь, что за лонгшот от Кампаса только что был, блядь? Ну это просто гений, блядь, своего дела. Так, у тебя будет обидно пустить сразу же в следующей атаке, поэтому, пацаны, давайте схаваем. Пожалуйста, Бля, иди нахуй, игра, просто иди нахуй, игра, блядь. Ну такой охуенный лонгшот я за Кампаса сейчас мог забивать. И мне просто в пусты какой-то обоссанный бомж забивает. Ой, простите, Левандовский, точнее. Так, Бен СССР хорошо въебал. На! Блядь, это чё? Это чё нахуй за ебанутый парень? Это голкипер, блядь. Я вам напоминаю, блядь, вратарь, блядь. У которого сыгранности вообще нет, ну типа ноль сыгранность. Так, Кампас, давай-давай, разгоняй атаку. Ты ж у нас еще и плеймейкер хороший. Ебать, какой он пас выдает. Хер! Как он так, блядь, из-под ног, блядь, у него отобрал, блядь. Ну пиздец, ну давай, блядь, беги нахуй. Данжума ебаный. Бля, этот Холли щит, блядь, на воротах. Реально щит какой-то, блядь. И он за счет роста будет вывозить, но что-то он нихуя не вывозит, блядь. Он, видимо, действительно играет как бронза. И в этой части FIFA, видимо, бронза действительно бронза. Ну, сами видите, но это невозможно, нахуй. Так, хороший перехват, Кампас. Кампас. Блядь! Пиздец, блядь, Кампас. Ну, так хорошо накрутил, навертел. Вот как он с 30 тысяч метров забивает, блядь, а с метра забивать не хочет. Чё? Откуда у него, во-первых, Джо Кол, блядь, я его не сразу заметил. Во-вторых, как-то говно прошло. А можно, блядь, мяч, пожалуйста, отобрать? Видимо, нельзя. Сейчас будет лонгшот. Да, бля, Рабоной давай, блядь. Вот он, наш великий страйкер. Блядь! Просто миллиметра не хватило. Бля. Сколько боли, блядь, доставляет мне мой голкипер. Ну, просто пиздец. Так, ты иди нахуй. И ты вместе с ним. Давайте дудку выпустим. И тоннали. Вот так вот. Вот он, друзья, выходит на прогулку. Оливье Жиру, поехали. Вот сейчас будем разъебывать. Так, составчик. Ага, понял. Хотел порофлить, а тут, блядь, соперники надо мной рофлят. Нихуя себе. Не-не. Бля, вы что, издеваетесь нахуй, блядь? И вот тут спрашивается, если нет разницы, то нахуя платить больше, блядь? Оливье! На, ай, блядь, как маньян вытащил! На! Сосать, блядь, Кампас! 1-1. Я в молчаночке отыграл практически весь первый тайм. Кампас. Дальше. Ебать. Хорошо. Мой мяч. Похуй. Похуй! Хорошо, блядь. 2-1, блядь. Камбэчная. Кто это забивает? Бенасер. Вот вам и Бенасер, блядь. Не зря собирал. Очень нравится название команды. Так, вот так вот делаем. И Кампас! Ебать. Через себя мог сейчас захуярить. Братан, братишка. Бля, как этот прессинг заебал, блядь, у моих соперников. В конце включается прессинг, все, ты нихуя сделать, блядь, не можешь. Это просто охуеть, блядь. Просто охуеть. Меня забили, блядь, на последней секунде, блядь, нахуй этого матча, понимаете? Третий, блядь. Ну, голкипер отбивает. Еще и ногой добивает. Ну, ебаный рот. И прям идеально, блядь, на ногу. Ебаный рот. Ну, как это, блядь, работает в этой игре? Ну, из года в год одна и та же залупа, блядь. А вы посмотрите, какой искусственный интеллект. Вот что делает чел, который стоит перед Лозанно? Что он делает? Ничего, он просто стоит, блядь. Просто, он просто идет походкой своей такой вальяжной. Что это нахуй? Он просто идет, блядь. Вот, посмотрите в его глаза, блядь. Наполненный интеллектом, блядь. Вы посмотрите. Ой, мяч пропустили. Ой, какая трагедия. Как так вышло, да, блядь? Ну это пиздец просто. Вы простите меня, конечно. Ну когда, блядь? Я ж не могу 11 игроками управлять, блядь. Я вот пытался сзади мяч вроде отобрать. Ну сам факт того, что он просто шагает, блядь, меня, конечно, в ахуй вгоняет, блядь. Так, пока я тут играл, тут вышли какие-то говнари, блядь. Ебать, Squad Battle сыграть. Вот этого Вижиндала можно, в принципе, собрать. Также какой-то португалец тут на форварде вышел. Ну, такое себе. Реал Мадрид, эмблема Манчестер Юнайтед. Это очень интересно. Так, а команда-то у него заряжена. Блядь, что, Джо Кола везде халявно раздают, блядь. Второй соперник у кого же Джо Кол? Блядь, начало максимально охуенное, блядь. Просто 10 из 10, пушка, блядь. Просто... Спасибо, что без гола обошлись с первой же атаки. На нахуй, блядь, Кампас. Вот сейчас накрутил, навертел на микродриблинге. Это все потому, что я начал на спокухе играть.
Все, не нервничаем. Так вот идем медленно в атаку. Вот так вот крутим. Ага, подходите по одному. А можно сразу вдвоем. А можно вот так вот. А можно пас Жиру отдать. Блять, не, Жиру пока развернется, пацаны. Все, блять, на этом можно заканчивать, друзья. Просто можно заканчивать. Я, блять, финиширую, блять. Просто я финиширую. Все, вот на этом галешнике можно вообще забыть про все нахуй. Я хуй его знает, блять, это что вообще такое. Если кто-нибудь знает, что это такое, объясните, что это такое. Потому что я нихуя не понимаю, что это такое, блять. Бедные мои соперники, давайте пособолезнуем. Так, не, братан, съебался. Эту катку я теперь точно не отдам. Вы меня все заебали, блять, за сегодняшний день. Издевались, все ржали. Блять, ну нет. Не, пожалуйста, не забивай. Спасибо, Дудик. Не могло ведь все быть так идеально, хотя, подождите, защита неплохо сыграла. Так. Угу. Дальше. И на нахуй от компаса, блядь, надо было в ближний уебать. Это без офсайда еще? Охуеть. Блядь. Дудок, спасибо. Ну, здесь-то был офсайд, спасибо. Блядь, очень скучно, второй тайм. Так, Жиру на компаса. Блядь, как меня эти защитники бесят, которые со скоростью света летят. Ну, это Ромеро, блядь. Блядь, все нахуй, я заканчиваю, блядь. Шведой, блядь, нахуй, он еще забил, блядь. Посмотрите. Блядь, просто пиздец. Что за тип, блядь, этот голкипер наш Кампас. Ну, блядь, соперники, сори, блядь. Я не представляю, какая у вас там моральная травма, блядь, после такого пиздеца, блядь. Так, в общем-то, Кампас забирает свой мячик за хэт-трик. Ой, простите, Дефир, голкипер, ошибся. Постоянно путаю, блядь, игроков, блядь, с этим ебаным Дефиром, блядь. Так, просто чекаем. Первый гол, блядь. Что он делает? На дриблинге. Оп-оп, на нахуй, блядь. Тут все голы на любой цвет и вкус. Второй гол, вы просто, блядь, чекайте, нахуй. Это что, блядь, нахуй? Это блядь, чё, нахуй? Алло, голкипер, блядь. Ну и, собственно, третий гол. Ну это прям конфеточка, блядь. Шведой просто. На нахуй, блядь. Куарежма стайл. А вы еще не забывайте, что он тут это в штангу попал. Вот здесь вот мог. Еще один красивый гол, ребят. Короче, что я хочу сказать? Я в ахуе. 6 матчей, 6 голов, 1 ассист. Из одного я ливнул. Вроде как, не доиграв до конца. Ну так или иначе, статы ебейшие для карточки голкипера, который играл на страйкере, блядь. И какие голы он забивал, вы вспомните, алё, бля. Поэтому, если вы хотите как-то удивить вашего оппонента, пофаниться, то новая система сыгранности дает вам это сделать. То есть вы примерно представляете, какие лица будут у ваших соперников, когда им будет забивать голкипер, блядь, нахуй, с центра поля охуенный лонгшот. Не все же знают, что у него внутриигровые статы, как у нападающего. Поэтому фана ради, почему бы нет. Карточка прикольная, прям с кайфом поиграл, крутые голы позабивал. Надеюсь, вам этот видеоролик понравился. С вами был я, Пандос FXович. Вот. Хотите побольше видосов, ставьте много лайков, оставляйте классные комментарии и всем хорошего настроения. Чао, какао.